КП-пистолет ПМ-411 поставляется в картонной коробке. Внутри вы обнаружите паспорт-инструкцию и само изделие. Производится пистолет Ижевским механическим заводом. Масса изделия 730 граммов. Габариты 165, 125 на 30 мм. Рукоять пластиковая, черного цвета. По внешнему виду отличить от настоящего очень сложно. Единственное, что будет выдавать пистолет, это наличие штифта и маркировка. По качеству сборки, по финальной обработке. Можно сказать, что люкс уровня, никаких косяков, царапин, окалин на пистолете я не обнаружил. Это наружный осмотр. Давайте попробуем его разобрать и посмотреть, что там у нас внутри. Магазин практически никаких изменений также не претерпел. Щелкать лишний раз пистолетом не станем. Для декокинга придерживаем слегка курок, плавно нажимаем спусковой крючок. Разбирается так же, как и пистолет Макарова. Разобрать я его умудрился в толстенных тактических перчатках. Что-то это дозначит. Внутри видим надпись «Байкал СХ». Тоже никаких криминальных окалин. Все зашлифовано, все ровненько. Питается пистолет патронами 10 ТК. Они обладают средней стоимостью и средней громкостью. В магазин помещается 8 патронов. Больше пихать не стоит. Еще один можно закинуть сразу в патронник. Навык, казалось бы, бесполезный, но иногда магазины теряются и можно вести стрельбу таким образом. Хотя, разумеется, скорострельность от этого очень сильно падает. Ну и выстрел на один больше, думаю, никому не повредит. Хотя транспортировать его в таком состоянии не рекомендуется. Как минимум, это незаконно. Тут осечка. Точнее, не сработала. Автоматика не сработала по вине патрона. Такое бывает, видимо, из-за недовеса пороховой смеси, не хватило мощей для того, чтобы довести кожу затвора в крайнее положение. Так что можно было магазин не извлекать, просто взвести кожу затвора вручную и продолжить стрельбу. Изделие интересное, в рекламе абсолютно никакой не нуждается.